Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Ну и я жду вашей реакции. Хочу понять, как проходит наша трансляция. Если есть какие-то проблемы со звуком или изображением, пожалуйста, напишите. Нет звука или с изображением какие-то проблемы. Если же все в порядке, то поставьте плюсик. Это будет означать, что трансляция идет нормально, что вы меня видите и слышите. И как только будет понятно, что все хорошо, у нас с вами установится обратная связь, мы начнем наш обзор. Обзор наш называется «Среднесрочный анализ валютного рынка». Рассмотрим мы с вами шестерку мажорных валютных пар, как это делаем традиционно на нашем обзоре ежедневном, который проходит в 16 часов. Я заполняю паузу, поскольку знаю, что есть небольшая задержка в трансляции, поэтому ваши реакции приходят с небольшим запозданием. Я жду, когда вы отреагируете. Как только я увижу, что все хорошо, увижу ваши плюсики, значит, мы начнем с вами наш обзор. Итак, реакции пока что от вас никакой нет. Это не очень позитивный момент, поскольку время затягивается нашего с вами обзора, и мы тратим наше с вами бесценное время на вот этот процесс ожидания, что, конечно же, не очень хорошо, как мне кажется, но это мое личное субъективное мнение. Вот, вижу, пошли плюсики, это значит, все нормально. Задержка сегодня, похоже, чуть больше, чем обычно. Итак, начинаем наш обзор. Смотрим макроэкономическую статистику, посмотрим, что у нас выходило и что нас с вами ожидает. Ну, давайте начнем с того, что вчера вышел отчет Американского института нефти по запасам, и несмотря на то, что запасы показали увеличение, тем не менее нефтяные котировки очень и очень сильно вчера выросли. Связано это с тем, что сокращаются буровые установки в Соединенных Штатах. Плюс на рынке есть информация, что страны-добытчики нефти собираются в воскресенье, и есть такая договоренность, что, скорее всего, все-таки будет принято решение о том, что, наверное, объемы добычи будут заморожены. Это как раз подтолкнуло цены вверх. Правда, должен сказать, что вот, например, Саудовская Аравия говорит, что не разделяет столь мощного оптимизма, который сейчас на рынке. Но вполне возможно, что столь бурный рост еще вызван не покупками так называемых реальных поставочных контрактов, а вполне возможно, что это спекулятивные такие атаки идут. Деньги сейчас очень дешевые, все центральные банки понижают процентные ставки, заливают рынок ликвидностью. Ликвидности очень много, куда ее девать непонятно. Ну и вот, поскольку цены на нефть очень дешевые, я считаю, что спекулянты поднимают цены на нефть, покупая этот актив, поскольку он сейчас достаточно дешевый, и тем самым загоняют цены на немыслимые высоты. Но, с другой стороны, это очень и очень позитивный фактор с точки зрения фундаментальной оценки текущей ситуации в мировой экономике. То есть это достаточно позитивный фактор, цены растут. Но это мы с вами чуть более подробно посмотрим позже, когда будем смотреть уже технический анализ. Теперь пойдем дальше. Вчера в 22:00 было выступление члена комитета открытого рынка господина Уильямса. Тон его заявления был достаточно интересным. Он сказал, что я не даю прогнозы относительно того, что ФРС будет делать с кредитно-денежной политикой, которая зависит от поступающих экономических данных. Но, тем не менее, тон его комментариев относительно экономических перспектив был очень оптимистичным, и он склоняется к тому, что ставки нужно повышать и делать это, не откладывая в долгий ящик. А уже вчера американский доллар отчасти получил поддержку в этих словах. Ну и сегодня, рано утром в час по московскому времени,
Для Америки это была еще вчерашняя ночь. Было выступление другого представителя Федеральной резервной системы Джеффри Лекера. Вот. И вот тон еще более жесткий относительно того, что ставки уже нужно повышать. Вот в частности в прайме по этому поводу говорится, что президент Резервного банка Ричмонда Джеффри Лекер заявил о том, что низкая безработица и растущая инфляция являются очень убедительными аргументами в пользу повышения краткосрочных процентных ставок. Он имеет репутацию сторонника достаточно жесткой кредитно-денежной политики и отметил, что турбулентность, которая наблюдалась в мировой экономике и на финансовых рынках в первой половине текущего года, на данный момент в основном уже стихла. Учитывая степень снижения внешних рисков, угрожающих Соединенным Штатам, представляется разумным следовать по пути постепенного повышения процентных ставок. Это его прямая речь. Он отметил, что, в принципе, 2-3 повышения было бы вполне неплохо. То есть они практически одно и то же говорят с Уильямсом вот на этих комментариях, тем более, что и госпожа Джордж тоже говорила на эту тему, что тоже нужно повышать, она тоже поборница жесткой кредитно-денежной политики за то, чтобы повышать процентные ставки. Вот, видимо, американский доллар получает поддержку и укрепляется на текущий момент. Это что касается индекса американского доллара, мы с вами его чуточку позже посмотрим. Вот. А из тех данных, которые выходили сегодня, по Японии был индекс внутренних цен на корпоративные товары. Он показал отрицательную, положительную, вернее, динамику. Ожидали нейтрального выхода, но он снизился на 0,1, при этом снижение было в предыдущем периоде 0,2. Поэтому здесь отмечается положительная динамика, но показатель находится в отрицательной зоне. Данные по индексу внутренних цен на корпоративные товары и изменение объема денежной массы тоже не порадовали рынки. Первый показатель вообще ушел в глубокий минус, если до этого было снижение 3,4%, это цены на корпоративные товары, данные по году, ждали, что будет снижение на 3,5%, а он упал до 3% минус, естественно, да, то есть упал на 3,8%, снизился. Денежная масса, правда, осталась при этом без изменения, но японская иена сегодня дешевела, поскольку было заявление члена правления Банка Японии господин Харада, в частности, сказал, что еще рано судить об эффекте отрицательных ставок. Политика Банка Японии явно толкает процентные ставки вниз. Отрицательные ставки приносят желаемый результат. Японская экономика, вероятно, будет восстанавливаться вместе с мировой экономикой. Цены, вероятно, начнут расти, когда сойдет на нет влияние падения цен на нефть. Количественное смягчение будет серьезным провалом, если рост цен не будет сопровождаться ростом занятости. Далее говорится, что Харада видит понижательные риски, связанные с экономикой Китая, политикой Федеральной резервной системы и долговыми проблемами Европы. Также сегодня господин Харада сказал, что мы без колебания смягчим политику, если риски реализуются. Но это было такое вот заявление, имеющее определенную конкретику. Поэтому рынки отреагировали удешевлением японской иены. Ну и отчасти рост пары доллара и японской иены связан с тем, что было еще и укрепление американского доллара. То есть у нас как бы вот такое двойное давление было на пару. И в целом на эту валютную пару, соответственно, котировка пошла вверх. Иена подешевела, что, несомненно, достаточно позитивный фактор для Банка Японии. В 3.30 сегодня вышли данные по Австралии, индекс потребительской уверенности по данным Westpac. Данные разочаровали участников рынка, и австралийский доллар начал дешеветь на этих данных. Далее в 5 часов сегодня вышел торговый баланс Китая. Профицитный, очень хороший, правда, чуть хуже, чем по отношению к предыдущему периоду. До этого было 209,5 миллиардов, теперь 194,6. Но, тем не менее, баланс профицитный – это фактор, несомненно, позитивный для мировой экономики, поскольку Китай считается второй мировой экономикой. Сейчас практически все смотрят на то, что происходит в Китае, и вот та турбулентность на рынках, которая была, она как раз была связана с теми
проблемами, которые возникали в экономике Китая. Ну или можно еще так сказать, что немножечко, как мне кажется, это мой такой частный взгляд на вещи, были надуманы, немножечко притянуты за уши, как бы с оглядкой на то, что вот Китай во всем виноват. На самом деле, конечно же, все далеко не так однозначно. Далее. В 12.00 вышли данные по промпроизводству в еврозоне, и вот здесь данные оказались очень разочаровывающими. Если по году у нас до этого рост был почти в 3%, а если быть точным, 2,9%, ждали роста на 1,2%, а показатель вырос всего на 0,8%. Это значительно хуже прогноза, хуже предыдущего значения. По месяцу показатель ушел в минус, вообще в отрицательную зону. До этого он рос на 1,9%. Теперь снижение на 0,8%. Показатель ушел в минус, и европейская валюта очень активно начала сдавать свои позиции по отношению к американскому доллару. В 14.00 индекс ипотечного кредитования уверенно вырос. Если до этого был рост 2,7%, то теперь рост составил 10%, но данные не очень важные, на которые обращают внимание рынки. И вот в 15.30, буквально недавно, вышли данные по розничным продажам без учета продаж автомобилей. То есть здесь вообще были данные по розничным ценам, индекс цен производителей, розничные продажи. В целом показатель оказался не очень позитивным, ну и та динамика, которая была, она немножечко приостановилась. Чуть позже мы с вами посмотрим, как вел себя индекс американского доллара. Это не самые ключевые события, которые нас с вами ждали сегодня. В 17.00, пожалуй, самый важный момент в новостном потоке – это, повторюсь, в 17.00 решение Банка Канады по процентной ставке. Ну, по самой ставке вряд ли нас с вами ожидают какие-то сюрпризы. Ставку, скорее всего, оставят без изменения. А вот пресс-конференция Банка Канады, которая состоится через 1 час и 15 минут после того, как будет принято решение Банком Канады по процентной ставке, вот, пожалуй, здесь можно ожидать при определенном тоне заявлений Банка Канады достаточно серьезного движения по канадской валюте. Ну и в 21.00 Beigebook, экономический обзор ФРС США, подводит итог новостному потоку сегодняшнему. Это на текущий момент все. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, пожалуйста, отреагируйте. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите сначала коротенькое слово «Есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, и постараюсь на ваш вопрос ответить. Так, я жду вашей реакции, а пока давайте посмотрим новостную ленту Prime. Возможно, сейчас, прямо в текущий момент, выходят какие-то новые значимые вводные для финансовых рынков. Итак, смотрим розничные продажи в США. Это уже мы с вами смотрели. Так, вот, ну это то, о чем мы с вами говорили. Рынки будут следить за комментариями Банка Канады относительно силы канадского доллара. Давайте посмотрим, может быть, более подробно, что здесь говорят на эту тему. Так, Банк Канады сообщит о своем решении, это мы с вами уже проговорили. Ставка останется без изменений, так все считают, это мы тоже с вами сказали. Так, бла-бла-бла-бла-бла. Глава Банка Канады обычно высказывается в пользу более низкого курса канадского доллара, который нужен для увеличения экспорта. Но это традиционно так бывает. В компании также добавили, что считают недавний рост пары доллар США, канадский доллар, скорее чрезмерным. Ну, давайте это оставим на их совесть. Вот в чем однозначно я с ними согласен, это то, что Банк Канады, как и все другие центральные банки, конечно же, очень сильно заинтересован в том, чтобы не было укрепления канадской валюты. Михаил, есть вопрос, давайте, Михаил, свой вопрос печатайте, я уже
изо всех сил, как могу, пытаюсь, заполняю паузу. Ждем вопрос Михаила. Сейчас Михаил свой вопрос выложит. Я постараюсь на него ответить. И потом мы с вами пойдем дальше, посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Итак, если можно, Михаил, пожалуйста, побыстрее. Так, кто такая госпожа Джордж, которая говорит об увеличении процентных ставок? Это СЦР, Джордж. По-моему, вчера, если я не ошибаюсь, вчера или позавчера было ее выступление. Давайте-ка посмотрим, когда у нас это было. Так, Уильямс. Ну, Уильямс тоже, кстати, говорил за увеличение. Уильям Дадли, то же самое. Выступление секретаря США Лью. Вот от него я, пожалуй, ничего не слышал. А вполне возможно, что это было на предыдущей неделе. Михаил, допускаю такое. Это, возможно, было в пятницу. Если интересно, посмотрите, пожалуйста, если это для вас критично. Вот. Но она как раз очень ярый поборник повышения процентных ставок. Да, теперь она имеет право голоса в Федеральной резервной системе. Раньше у нее не было права голоса, теперь это право голоса есть. Еще есть какие-то вопросы? Но заявлений более чем достаточно. У нас практически все сейчас говорят, что данные выходят хорошие, позитивные, инфляция растет, безработица на приемлемом уровне, хотя, например, я так не считаю. ФРС считает, что достаточно хорошие данные по безработице в США, для меня все-таки это высокое. Джордж не имеет права голоса, вы считаете? Ну, давайте я завтра посмотрю, сейчас не будем тратить на это времени. Повторяю, в текущей ситуации это не так критично. Имеет она право голоса или нет, вот посмотрите, да, то есть несколько таких подобных заявлений, когда практически в одну дудку все дуют и говорят о том, что имеет смысл повышать процентные ставки, это уже оказывает определенное влияние на рынки. Итак, если это вам критично, напишите, пожалуйста, я посмотрю, завтра на ваш вопрос отвечу про Джордж. Если нет, ставьте плюсик, пойдем дальше. Посмотрим технику. Давайте пока открываю программу MetaTrader 4, пока Михаил сейчас напишет. Итак, нефть марки Brent. Мощный, уверенный рост, посмотрите, да, и у нас здесь пара превысила тот максимум, который был в прошлом месяце. Рост нефтяных котировок, позитивный фактор, как я уже сказал в самом начале нашего обзора. А вот по марке WTI картиночка немножко другая. У нас здесь с вами цены упираются в этот вот максимум, практически, который был в прошлом месяце. Чуть-чуть буквально до него не дотянули. Вот. Ну и это может говорить о том, что локально может ожидать небольшого снижения. Будет небольшой откат, скорее всего. Это не факт, конечно, да, это вот только мое такое предположение, но нахождение именно WTI как раз на этой отметочке двойного касания, это для меня говорит о том, что вполне возможен вариант, что на какой-то период цены немножечко отыграют. Итак, идем дальше. Так, Михаил написал, она не имеет права голоса. Как правило, все, кто не имеет права голоса, все говорят про увеличение ставки, потом выходит госпожа Йеллен и всех ставят на место. Не совсем так. Вы посмотрите повнимательнее, Михаил, выступление и Дадли, и Уильямса. Сейчас очень многие говорят о том, что пора повышать процентные ставки. Тем не менее, это имеет воздействие на рынки. Вот посмотрите, как ведет себя индекс доллара. Чуть позже, вот буквально через несколько мгновений, мы с вами как раз посмотрим на эту картиночку. Итак, возвращаемся к нефти. Как я уже сказал, вполне возможна небольшая коррекция, но при этом у нас остается восходящее движение. Это и по нефти марки WTI, и по нефти марки Brent. Здесь картиночка, конечно, более оптимистичная, нежели по WTI.
Но и на то, и другой у нас однозначный рост. Теперь смотрим на индекс американского доллара. Он потихонечку начинает возвращаться к своему средневзвешенному состоянию, и это практически совпадает с психологической отметкой 95. Мнения сейчас разнятся, то есть кто-то говорит о том, что ралли уже закончилось для доллара, речь, конечно, идет о более серьезных таймфреймах, вот об этом движении восходящем, то есть вот это имеется в виду, то, что движение наверх закончилось, вот, но, повторюсь, мнения разделились, кто-то говорит, что вполне возможно возврат к небольшому росту. То есть посмотрим, не будем гадать на кофейной гуще, я считаю, это очень неблагодарное занятие, да, пытаться предвосхитить события, мне кажется, это совершенно бессмысленно. Лучше заниматься тем, то, что мы видим здесь и сейчас, а сейчас факты таковы, что торгуется индекс чуточку ниже своего сбалансированного состояния. Повторюсь, это чуть ниже отметки 95. Теперь давайте посмотрим на шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс американского доллара составляет. Начинаем с пары евро-доллар. Если брать трендовую торговую систему, здесь у нас тренд восходящий в фазе импульса, а здесь тренд нисходящий. Поэтому трендовая торговая система не торгуется сегодня, по ней мы делаем паузу и ни в коем случае не торгуем. Если же брать диапазонную торговую систему, то цены находятся в верхней трети, есть сигнал осциллятора в продажу, поэтому нужно ждать момента, когда можно будет открывать позицию. Сейчас идет волна прилива, цены вышли за границы того боковичка, который мы здесь с вами отрисовывали, поэтому я позволю себе его удалить уже. Он немножечко теряет свою актуальность. Правда, возможно, цены вернутся как раз именно к этим границам, только уже снизу, и то, что было сопротивлением, будет выступать в будущем небольшой такой поддержкой, но для меня это не критично, поэтому я этот убрал, боковичок. Итак, ситуация следующая. Мы ждем, когда будет волна отлива, и начнет формироваться новая приливная волна. И как только на 4-часовом таймфрейме по закрытой свечке у нас будет сигнал осциллятора в продажу, наступит момент входа. Но это не значит, что нужно будет сразу начинать продавать по текущим ценам. Ни в коем случае. Нужно будет открыть часовой таймфрейм и подождать еще узковолатильного бокового движения. Если все условия выполняются, значит, ставим отложенный приказ sell stop, определяем точку выхода, где вы будете выходить своим стоп-лоссом, это определяется на часовом таймфрейме. В качестве цели берем нижнюю границу верхней трети, абсолютное значение 1.109. Вот так обстоят дела по европейской валюте. Если у вас есть какие-то вопросы по диапазонной консервативной торговой системе, по паре евро-доллар, а не о том, как торгуется эта диапазонная торговая система, пожалуйста, вопрос задайте, я постараюсь на него ответить. Так, Михаил у нас пишет: постоянно слежу за всеми выступлениями ФРС Дадли, признанный голубь, именно после его выступления доллар начал падать. Не буду спорить на эту тему. Смотрю в глаза фактам. Вижу, что сейчас американский доллар сдает свои позиции. Было два выступления. Даже три. Так, Андрей, давайте ваш вопрос. Другой Михаил пишет: нефть, если о заморозке не договорятся, все равно ожидает рост. Нет, если как раз не договорятся о заморозке, тут-то как раз и будет вот эта самая коррекция, как мне кажется, Михаил. Именно об этом я говорил. Так, Андрей спрашивает метод стохастика. Экспоненциальный. Стандартный набор. То есть совершенно стандартный набор стохастик. Никаких там особенностей, настройка стохастика абсолютно нет. Итак, вопросов больше нет. По евро-доллару все ясно, все понятно. Идем дальше, смотрим британский фунт, что у нас по британцу. Здесь у нас тренд нисходящий, здесь тренд восходящий. Трендовые индикаторы друг другу противоречат. Значит, по британскому фунту позицию не открываем. По этой трендовой консервативной торговой системе находимся вне рынка. Британец не торгуется. Здесь все достаточно однозначно. Поэтому я даже не спрашиваю, есть ли у вас вопросы. Сразу идем дальше, смотрим австралийскую валюту. Итак, что у нас по австралийцу? Тренд восходящий в фазе импульса,
А вот гистограмма пока что все еще находится в отрицательной зоне по закрытой свече. Текущая свечка у нас с вами не закрылась, поэтому мы не обращаем внимания на показания сегодняшнего дня индикатора, поскольку он не закрыт. А по закрытым свечкам у нас все еще остается пока что нисходящий тренд по индикатору OSMA или OSMA, как его еще называют. Поэтому по австралийцу на текущий момент пока что мы тоже находимся вне рынка. Закончили с триадой обратных котировок. Теперь смотрим триаду прямых котировок. Начинаем с пары доллар, японская иена. Вот на тех заявлениях, который делал представитель Банка Японии. Японская иена сегодня дешевеет немножечко, так же, как и вчера. Если брать формализованно то, что говорит трендовая торговая система, то ситуация следующая. Тренд нисходящий в фазе импульса, а здесь в фазе отката. И поскольку хотя бы один индикатор находится в неактивной фазе, делаем вывод, что по этой валютной паре сделок пока что лучше не открывать, пока не будет ярко выраженной доминанты, а еще лучше, если эта доминанта будет совпадать с направлением интересов Банка Японии. Вот это будет самый, как мне кажется, грамотный подход по этой торговой паре. Швейцарский франк. Тренд нисходящий, тренд восходящий. Индикаторы впрямую друг другу противоречат, значит, ни о какой торговле не может быть и речи. Находимся вне рынка. Швейцарский франк сегодня не торгуем. Канадец. Что у нас по канадцу? Тренд нисходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает индикатор OSMA. Здесь у нас с вами продажи. Пара американский доллар к канадскому. Направление сделки известно. Нет диверов. Поэтому объем сделки стандартный, мы его не уменьшаем, не увеличиваем. То есть обычный объем. Смотрим внутреннюю структуру, идет волна отлива. Нужно подождать, когда отлив закончится, и начнет формироваться новая приливная волна, то есть нам нужен сигнал осциллятора в продажу. Как только на 4-часовом таймфрейме возникнет на закрытой свечке сформированный сигнал в продажу, будет понятно, что момент входа по канадской валюте уже наступил. Но это не значит, что нужно будет сразу оголтело бросаться и продавать по тем ценам, которые будут на момент сигнала. Обязательные условия. Открываем часовой таймфрейм и смотрим, есть консолидация или нет. Если консолидация есть, а это узковолатильное боковое движение, значит, только в этом случае ставится отложенный приказ sell-stop. Здесь же на часовом таймфрейме определяем точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом. Каждый это делает индивидуально, исходя из своих возможностей, которые вам позволяет ваш депозит. Цель на текущий момент – это 50% уровень Фибоначчи. В абсолютных значениях это 1.2655. 1.2655. И в качестве бонуса можно рассматривать движение к нижней границе ценового канала 1.2320. 1.2320. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции по канадской валюте. Пожалуйста, отреагируйте. Если есть вопросы, напишите коротенькое слово «есть». Сделаю паузу, подожду и постараюсь на ваш вопрос ответить. А пока мы с вами посмотрим последний финансовый инструмент. Это золото. Фильтры смотрят вверх. Значит, отдается предпочтение только сделкам на покупку. О продажах даже не помышляем с точки зрения этой консервативной, среднесрочной торговой системы. Это немножко другая здесь уже торговая система, не та, что по мажорным валютным парам, но она тоже очень и очень консервативная. Итак, здесь только покупки, но внутренняя структура говорит, что осциллятор еще не подошел к зоне перепроданности, поэтому в текущий момент покупать было бы, наверное, нецелесообразно. Лучше подождать, когда осциллятор будет либо уже находиться в зоне перепроданности, либо вплотную к ней подойдет. Ну и замечательный будет еще дополнительный фактор, если цены будут отскакивать при этом от какого-то психологического уровня. Ближе всего у нас уровень Фибоначчи 23,6, психологическая отметка $1200 за тройскую унцию и уровень Фибоначчи 38,2. Вот примерно так обстоят
дела по золотым котировкам. Итак, наш обзор подошел к концу. Давайте будем прощаться. Итак, Михаил, я посмотрю насчет представителей ФРС, если это критично для вас, и завтра вам на эти вопросы отвечу. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем.